Привет, с вами канал Beautiful Lady, и сегодня мы с вами займемся распаковкой двух необычных посылок. Необычные в разных смыслах. Это не связано с тематикой коллекционирования моделей лошадей, и это вообще впервые на моем канале. Поэтому давайте скорее приступим к просмотру. Действительно, я вам гарантирую, что это необычная будет распаковка во всех смыслах слова. И давайте приступим к самой большой посылке. Она к нам пришла из Красноярска. Вот так вот. Посылка. Я сейчас чуть увеличу, чтобы лучше была видимость. Итак, давайте посмотрим. Итак, вынув коробку данную из пакетика, мы видим, что самая обыкновенная перед нами предстает коробка. И что мы тут видим? Здесь надпись. Давайте посмотрим же. Здесь написано Friday Night Frock Poppy Parker Dress Doll The Swinging London Collection. Да. Как вы могли уже догадаться, это кукла. Да. Объясню сразу. Я ни разу в жизни не собирала кукол никаких. У меня единственная была в жизни кукла, это Flora Enchantix. Можете вот тут видеть сейчас ее на экране. Я ее показывала в далеком 2013 году, когда снимала свои вещи Винкс. И с тех пор у меня больше не появлялось никаких кукол. И давайте же посмотрим, что это за кукла к нам пришла. The Swinging London Collection. Welcome to Carnaby Street. Вот такое вот изображение. Сейчас я вам покажу подробное. Вот, посмотрите. Integrity Toys, да. Я решила попробовать пособирать таких кукол, посмотреть, как они вообще. Мне очень понравилось... Данная кукла, которую вы сейчас увидите, Поппи Паркер, это Мисти, сразу вам скажу. Очень красивая и необычайная кукла. Давайте посмотрим же ее поближе. Открывая коробку, мы видим такое вот крепление. Итак, в коробке мы можем увидеть такой вот сертификат. Certificate of Authenticity. И он, значит, от новой куклы Поппи Паркер, Мисти Хэллоу вообще-то, Холлоу точнее, должна быть подписана, но здесь почему-то я пока не вижу никакой надписи. Вот, вам поближе, чтобы вы рассмотрели. Это номер. VL-129 из 1390. Да, Edition Size. И здесь почему-то не написано, что это Мисти, как ее зовут. Странно очень, но обычно всегда пишут. В брейерах я вам летом, когда распаковку делала, же ребят, там было написано, а здесь, к сожалению, не написано. Ну да ладно, давайте продолжим дальше. Дальше перед нами предстает такой вот пакетик со сменными руками от куклы. Вот, посмотрите. Вот такие вот. Ну, здесь как бы ничего необычного. Так, затем, что мы сами куклы, давайте посмотрим поближе. Вот, перед нами предстоит вот такая вот. Ну, это нюд, сразу говорю. А в маленькой коробочке, которую вы видели перед этим, там лежат полный комплект аксессуаров и аутфита. Итак, давайте же распакуем эту красавицу, и я вам покажу ее поближе. Итак, наконец-то мы освободили нашу куклу от очень хорошей упаковки. Вот такая вот у нас предстала перед нами кукла, шарнированная полностью Мисти Холлоу. Вот с такой вот красивой прической. Вот. Как и говорила ранее, она нюд, то есть она без одежды пока что. И... Я, да, очень долго ее распаковывала с непривычки, поскольку куклами я никогда не интересовалась. Здесь у нее вот ручки вот так прицеплены. Давайте же тоже их открепим.
сама куколка. Сейчас тоже я ее откреплю. Тыш. Она очень хрупкая и очень необычная, что я могу сказать. Прям реально очень необычная. Я ее не такой представляла немножечко. Я подумала, что у нее тело типа как Барби будет, но нет. Так, на ногах у нас остались вот такие вот крепления. Ой, зачем же на ноги-то еще крепления делать? Ну ладно, пусть так пока. Хотя они легко снимаются, вот. Ну, достаточно легко. Давай, вот. Наша кукла, в принципе, распакована. Это я пока не буду распаковывать до конца. Пусть так и останется. Хотя, наверное, можно, в принципе, эту штуку тоже снять. Это защитная такая штучка. Давайте снимем. Попытаем дачу. Потому что она вроде как не должна в ней быть. Так, аккуратно, вот. Наконец-то. Вы посмотрите, вот она. Такая вот куколка, очень красивая, очень хорошо проработанная, я вижу. Сейчас, секундочку, я вам ее приближу. Такая вот Мисти Холлоу. Вот такие вот у нее шарниры, можно видеть детали. Она полностью шарнированная, то есть вот. Состояние вот тут такое вот. Лицо у нее очень красиво. Мне она очень понравилась. Я ее вот очень давно хотела. Как увидела, как бы хотела сразу купить. Ой, вот. Попробуем, давайте ее как-нибудь другую. Ой, я так боюсь другую позу ей применять. Прям вообще пипец. Потому что боюсь что-либо сломать. Вот, ну, в принципе, вы увидели. Ой. Ну вот, в принципе, вы ее увидели, какая она, очень мне нравится. Очень красивая, прям модель такая. И давайте, так, как ее назад вернуть? О, боже, как бы не сломать. Как? Я прям боюсь лишние движения делать. Блин, что-то нога. Не загибается, ну да ладно. Пусть она вот так вот посидит пока что. И давайте приступим. Здесь вот эта от нее подставка, я забыла сказать. То есть ее можно ставить. И, вот. Где она тут? Должна быть. А вот, еще в коробке осталось. Вот в коробке еще железная такая подставочка осталась. Сейчас я ее попробую вытащить. Так, Мисти пока пусть тут посидит. Что-то я просто разволновалась, так я прошу прощения. Ладно, не буду, в общем, распаковывать, пока она все равно мне не нужна, пока что вот такая вот подставка, вы видите ее, отлично, вот, достаточно нормальная. И давайте приступим к необычной посылочке, маленькой. Вот, давайте, я ее тоже приближу вам. Она из Московской области, от моей очень хорошей подруги теперь, да. И, в общем, продемонстрирую я аутфит вам вместе. Здесь еще подарки лежат, ой, спасибо тебе большое. Я потом все посмотрю подробнее, но сейчас вот я хочу аутфит посмотреть. Так, вот аутфит. Так-с, это что? О, спасибо, подарки. Я потом все обязательно посмотрю подробней. Так, здесь что-то еще лежит. Ой, ну это, наверное, новогодний подарок. Тоже посмотрю попозже. Но сейчас я хочу распаковать аутфит. Так, тут все, больше ничего нет. Вот такой вот, ой-ой-ой. Вот такой вот аутфит от Мисти. В таком вот веселеньком очень пакетике. И давайте посмотрим. Прям вкусностями пахнет. Конфетами какими-то, типа мармеладками. Прям вообще... прям приятно очень пахнет. Спасибо за создание такой атмосферы. Итак, давайте же приступим к распаковке. Вот такой вот аутфит у нас от... Ой-ой-ой. От данной куколки. Это вот, как вы можете заметить, обувь. Вот такой вот. Затем вот такой вот подсвечник.
Она у нас мрачноватого, ну типа такого, в оттенке мрачности мисти сделана. И поэтому все в черно-белом цвете. Затем серьги мелкие, вот такой вот перстенек. И... ой-ой-ой. Вот, и что тут? А, еще брошка, да. Вот. И аутфит сам. Это вот такие вот колготочки беленькие. Вот, красивые. Красивенькие достаточно, вот, веселенькие. И, ну как веселенькие относительно. И вот такое вот платье. Очень бархатистое, очень приятное, классное. Вот, сейчас я, пожалуй, ее наряжу в этот аутфит, хоть и не полностью. И вам покажу уже готовую куколку. К слову, сейчас я распаковала подарки. О, большое тебе спасибо за вот эту вот елочку. Мне она очень понравилась. Вот, посмотрите, она вот так вот мигает. В темноте она будет еще красивее мигать. Очень классно. Новогоднее, спасибо большое. Также в посылочке был вот такой вот магнитик с Москвой. Это Кремль московский. Вот такой вот, 3 в 1. Крышка, магнит, открывашка. Классно, очень пригодится. Спасибо большое. Затем также резиночки для волос. Их также использовать можно, как и браслет на руку. В виде вот такого вот. Вот. Спасибо большое. Белый цвет самый любимый мой. Поэтому огромное спасибо. И также 2 вот таких вот замечательных браслетика. Мне они очень понравились. Особенно вот этот вот. Они, я так понимаю, самодельные. Огромное тебе спасибо. Прям классные. Мне прям безумно они понравились. Спасибо большое. Очень приятно такое получить в подарок. Благодарю. Итак, вот такая вот мисть у меня получилась после того, как я надела основной аутфит. Вот, посмотрите, в принципе, симпатичные такие вот колготки, платье прекрасное. Я ей ставила еще серьги к тому же. Вот можете увидеть. Лицо у нее очень красивое, мне очень нравится. Спасибо большое обоим продавцам за аутфит и за эту прекрасную красавицу. Также я ей поставила на одну руку подсвечник. Уж не знаю, правильно ли я его поставила или нет, но вроде бы правильно. И да, до меня долго доходило, что ей нужно было открепить вот эти вот части рук, ладони, то есть, чтобы надеть платье. Я потом только сообразила. Вот. Поскольку это самая вообще первая моя кукла за практически все года жизни, вот такая вот именно профессиональная, так сказать. Вот, поэтому не знаю, как насчет дальше, но я бы хотела еще несколько таких кукол купить, но не всех. Далеко не всех, поскольку много кукол данной фирмы не особо удавшиеся, на мой взгляд. Но а есть те, которые очень красивые, как, например, эти, и утонченные. Вот. И не надела я ей единственное, что осталось, это перстень и... вот перстень остался и брошка. Ну, может быть, я их прикреплю чуть позже. Платье у нее очень-очень красивое. Вот. Можете еще раз посмотреть. Сейчас я попробую ее поставить на подставку. И вам также покажу финальный образ. Но уже на подставке. Кстати, нужно отметить, что подставка довольно-таки тяжелая. С надписью Poppy Parker абсолютно новая. Несмотря на то, что я брала Мисти саму у продавца БУ. Итак, вот что у меня в результате получилось. Такая вот подставка. Вот такая вот подставка и вот такая вот куколка. Очень красиво смотрится. Вот, если в полный рост ее, вот так вот. Вот. Поэтому я заканчиваю свое видео, заканчиваю свой такой большой обзор на такую прекрасную красотку. Ее зовут, еще раз повторяюсь, Мисти Холлоу. И она как бы девочка из мрачного замка, так сказать, если можно. Вот здесь вот сейчас вы видите промо-фото, как она выглядела. И вот тут вот также информация об этой кукле.
Interpreti Toys — это американская фирма, это никакая не китайская. Очень достаточно такие дорогие куклы и коллекционные, не для игры. Это сразу нужно отметить. Вот. С ними получаются очень хорошие постановочные фото и различные видео. Да и сериалы с ними вполне классно снимать. Кстати, я хотела бы сказать одну новость. Я планирую выпустить не только сериал про лошадей, но и в будущем сериал про кукол. В главных ролях у меня будет данная Мисти, девушка. Правда, она будет не Мисти играть, а кое-кого другого. И также хочу объявить, что именно по книге одной я хочу снять сериал, но сокращенный, конечно же. Но по мотивам одной фэнтези-повести. Вот, поэтому, если вы хотите посмотреть данный сериал, не забывайте подписываться на канал, чтобы его не пропустить в дальнейшем. Спасибо вам большое за просмотр, за ваши комментарии и за ваши лайки. Мне очень приятно. Хочу вам пожелать удачи в дальнейшем и процветания. Всего самого вам наилучшего. С вами была Beautiful Lady. Оставайтесь со мной и всем пока-пока. До новых встреч!